Дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас на нашем очередном онлайн-богослужении. И сегодняшнее собрание будет посвящено вопросам и ответам. Прежде всего, к нам приходит немало молитвенных нужд, и продолжайте присылать ваши молитвенные нужды, потому что я знаю, что сейчас, как никогда, многие нуждаются именно в физическом исцелении. И, дорогие друзья, каждое утро со служителями всей нашей команды мы собираем все поступившие молитвенные нужды, и те, которые недавно поступили, и самые свежие. И все вместе молимся. Мы молимся, и также наш Уральский дом молитвы тоже периодически проводит молитвы, в том числе за исцеление. Поэтому всем вместе, в одном духе, даже находясь на расстоянии, мы тем не менее можем поддерживать друг друга в молитвах. Поэтому по тому телефону, который вы видите внизу, можете звонить и сообщать о ваших молитвенных нуждах. Особенно, конечно, это касается прихожан нашей церкви «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Дорогие, мы стремимся быть в контакте со всеми верующими, которые так или иначе нуждаются в физическом исцелении, через лидеров домашних групп. Если вы являетесь прихожанином нашей общины и у вас тяжелая ситуация со здоровьем, то, пожалуйста, свяжитесь лично. Если вы не сообщали никому, не сообщали ни лидеру домашней группы, ни каким-то служителям церкви, сообщите нам, мы будем за вас также молиться. И еще напоминаю, все те прихожане нашей церкви, кто сейчас находится в тяжелой экономической ситуации, пожалуйста, точно так же связывайтесь с нами. У нас есть вот телефон, который вы сейчас видите, это телефон нашего социального отдела, и сообщайте о ваших материальных затруднениях. Тоже все вместе постараемся пройти через это непростое, интересное, но непростое время. Также, вы знаете, иногда приходят такие вопросы, которые все время приходят. И у нас уже было служение «Ответы на вопросы» вот по этой ссылке, которую вы сейчас видите. И там есть некоторые вопросы. Там, а могут ли женщины в церкви проповедовать? А должны ли женщины в церквах носить головные уборы, платки, покрывала? Об этом мы уже много-много раз отвечали. И вот по этой ссылке, пожалуйста, пройдите. Там есть ответы на эти вопросы. Мы не будем повторяться. Мы выбрали только те вопросы, которые так или иначе являются новыми вопросами. И вот первый вопрос спрашивает человек с таким очень необычным ником. Я такие обычные имена, фамилии буду читать, а необычные ники, извините, не буду читать. Вот написано: можно ли девушке-христианке выходить замуж за неверующего человека? Дорогие друзья, апостол Павел говорит: все вам позволительно, но не все полезно. Когда мы говорим о вопросе брака, брак – это по нашим христианским понятиям, это завет, который люди заключают на всю свою жизнь. И поэтому очень важно, когда мы принимаем решение соединять жизнь с тем или иным человеком, увидеть, соответствуем ли мы друг другу в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. То есть первое соответствие должно быть внешнее. То есть люди должны привлекать друг друга. Их должно тянуть друг к другу. Второе – это душа. То есть это сфера общих интересов, каких-то хобби, наклонностей. То есть людям должно быть интересно друг с другом общаться, разговаривать. И третье – это наш дух. То есть это направление нашей жизни. Это устремление, цели нашей жизни – ценности нашей жизни. Есть люди, которым интересно общаться, но у них совершенно разные ценности, совершенно разные направления. И когда мы говорим о вере, вера это не просто, вот у нас вот есть хобби, мы там собираем марки, мы там, может, катаемся на велосипедах по выходным, плюс еще посещаем церковь. Нет, вера это сфера, которая охватывает все области нашей жизни, влияет на все абсолютно области нашей жизни. И поэтому, конечно же, когда мы говорим о браке, очень важно, чтобы направление жизни человека, ценности человека, они совпадали. Поэтому принимает решение каждый лично. Но трудно представить себе, что человек, чья жизнь открыта для Бога и посвящена Богу, и направлена для служения, для прославления Господа, периодически не вступал в конфликт с тем, для кого Бог ничего не значит, вера ничего не значит, да и вообще существование Бога вызывает у него большие сомнения. Насколько
Насколько вот эта проблема в дальнейшем не послужит камнем преткновения? Большой вопрос. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем верующим выходить замуж или жениться за верующих людей, потому что иначе, как бы уже с самого начала, это как бы в основании брака может быть заложена неприятная вещь, которая даст трещину, так или иначе. Поэтому можно, но не полезно. Следующий вопрос. Как выйти из состояния психологического оцепенения и снова радоваться жизни? Вы знаете, у меня периодически есть проповеди, которые посвящены таким тем, как депрессия, уныние. Вот. И там мы говорим о том, какие же инструменты Библия нам предлагает для того, чтобы выйти из этого состояния, чтобы победить его, преодолеть его. Вот также вот под этим видео будут ссылки на некоторые из этих проповедей, которые так или иначе могут вам помочь. Но в любом случае, вы знаете, все-таки, несмотря на общие ответы, каждый случай индивидуален. Что за оцепенение? Потому что есть некоторые проблемы, которые необходимо решить уже с профессионалами, психиатрами, психотерапевтами. Поэтому есть ситуация, когда нужно обратиться к врачу, да, клиническая, когда депрессия, и там необходимо какое-то медикаментозное воздействие. Поэтому ситуация разная. Я советую вам пообщаться прежде всего с пастором вашей церкви или со служителями вашей церкви и уже принять решение, как вам действовать дальше. Не запускайте эту проблему. Следующий вопрос. Почему Господь не дает смерти тому, кто просит о ней? Но этот вопрос вообще можно шире сделать. Почему Бог вообще не всегда отвечает на наши молитвы? Я могу сказать, что вот за свой 30 с лишним стаж в моей христианской жизни, у меня с 89 года уже 32 года, я благодарен Богу, что на многие мои молитвы Бог не дает ответа, не давал ответа. Почему? Да потому что мы часто судим о том, что для нас хорошо или плохо, исходя из какой-то сиюминутной ситуации. А Бог-то видит все, Бог видит далеко на перспективу. И порой вещи, о которых мы просим, далеко не будут для нас благословением в будущем. Поэтому слава Богу, что Бог не на все наши молитвы отвечает, особенно на те, которые не для нашего блага. И вот точно так же, когда вопрос говорится о смерти, это часто вопрос какого-то сиюминутного состояния, когда уже все в черных тонах, да, вот. Слава Богу, что в эти моменты, мы видим в Библии, да, когда некоторые герои Библии в подобные моменты просили Бога о смерти, Бог им часто вместо смерти давал еду, там прилетали птицы, кормили их, вот, чтобы их каким-то образом подкрепить. Слава Богу, что на эти молитвы Бог не дает нам ответа часто. Для того, чтобы мы могли пройти это состояние уныния, депрессии, и потом самим же посмеяться на том, что мы когда-то у Господа просили. Следующий вопрос. Здравствуйте, моя старшая дочь спрашивает, если Бог есть Вседержитель, единый, то почему он допустил грех? И где на небе взялся грех? Ну, вопрос задан таким образом, что как будто вот грех это что-то такое существенное там, или может быть такое материальное, вот, и как же вот этот грех, где он там на небе находился? В действительности грех, да, что в еврейском, что в греческом, это промахнуться мимо цели, то есть не попасть в цель, не попасть туда, куда ты должен, в свое предназначение. Вот что означает. То есть грех – это не какая-то вещь, это некое неправильное действие. И на небе нигде не брался грех. Была возможность выбора, когда Бог создал человека, да? Он же не посадил дерево греха, он посадил дерево познания добра и зла, и человек мог выбрать. То есть грех – это неправильный выбор. Поскольку Бог создал нас свободными, то у нас была возможность сделать правильный выбор и сделать неправильный выбор. Мы не роботы. И, к сожалению, мы видим, человек сделал неправильный выбор и пошел путем непослушания Бога. Вот с этого все
и началось. Конечно, это вопрос большой, есть целое такое направление в богословии, теодицея, оправдание Бога, да, почему какие-то вещи происходят. Тема большая, если вам интересно, можете в нее углубляться. Вот. Но, в принципе, думаю, для вашей дочери это достаточный ответ. Следующий вопрос Алексей Девятков задает. Вы говорите, Богу не нужны наши деньги, а в нашей церкви цитируют Малахию и говорят, что мы проклятием прокляты, если не приносим десятины, и тем самым мы обкрадываем Бога. Так нужны Богу наши десятины или нет? Я думаю, хотя, конечно, вот иногда такие вопросы задают, как пытаются меня столкнуть там, со служителями, с пасторами других церквей. Я думаю, здесь абсолютно все имеют общий взгляд. Бог не принимает от нас ничего материального. То есть лично сам он, наши деньги, наши десятины, они не улетают куда-то в трансцендентное пространство, где Бог их получает. Богу надо наше отношение. Я часто люблю такой пример приводить, что когда вот дарят там, на 8 марта, на другие праздники женам цветы, то цветы, по сути, это же бесполезная вещь, да, вот срезанные мертвые цветы. Кому они нужны? У них нет будущего. Но в этом проявляется некое отношение. Точно так же Богу важно наше отношение. Не случайно Иисус выделил пожертвование две лепты, да, бедной женщине, потому что в этом было показано все ее отношение. Все, что у нее было, она готова была принести Богу. Поэтому точно так же наши пожертвования, наши десятины выражают наше отношение. Другая сторона этого вопроса в Новом Завете – отношение к десятинам. Вот. Кто-то придерживается таких вот слов Малахии, ветхозаветных слов о проклятии. Лично я этого не придерживаюсь. Почему? Да просто потому, что мы сегодня живем по благодати. Это не означает, что теперь как бы благодать, вот был закон, а благодать – это что-то меньше. Да? Там нужно было 2 десятину, а здесь нам не нужно там 1% или вообще даже ничего. Мы же по благодати живем. Вы знаете, вот благодать, по сути, это не понижение планки, да, это повышение планки. Мы видим в Нагорной проповеди, Иисус говорил, слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего, есть уже человек-убийца. Слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, смотришь на женщину с вожделением, уже прелюбодействуешь с ней в сердце своем. То есть, видите, Иисус не понизил планку, он повысил планку. Планка была еще повышена. Вот. Точно так же, когда мы говорим о десятине, в Новом Завете мы понимаем, все наше принадлежит Богу. И по существу всегда есть некие как бы нормы, на которые важно ориентироваться. Да? В частности, это десятина. Если по закону они отдавали десятину, да, а мы под благодатью и 5% не даем, это говорит о том, что в действительности мы просто используем благодать для нашей жадности, для прикрытия нашей жадности. Но я считаю, что мы должны ориентироваться на десятину как на некую норму, проверяя свое сердце. И, по сути, мы в Новом Завете можем и больше ему намного давать. Вот. И не потому, что теперь мы будем прокляты, и нам будет плохо. То есть мы жертвуем из-за страха. Мы приносим десятины из-за страха. Вот это неправильный мотив. Не будем прокляты, но каким-то образом это говорит о том, что мы живем для себя, а не для Бога. Поэтому десятина – это вот хороший критерий. У нас в церкви есть традиция, да, мы приносим десятину не потому, что мы верим, что сейчас Бог нас всех накажет, если мы этого не будем делать, а потому что мы любим дом Божий. Мы хотим, чтобы в Доме Божьем было благодать, было благословение, чтобы все было красиво. Вот. Мы любим Дом Божий. Это как вот в семье. Ведь нет же такой нормы, сколько там муж должен обязательно отдавать денег жене. Но когда он любит, то он служит, чтобы его дом была полная чаша. Точно так же и Дом Божий. А когда мы пытаемся использовать десятину либо для устрашения, да, что вот, обязательно нужно, иначе смотрите. Либо наоборот, ой, там не нужен Ветхозавет, не нужны десятины, мы под благодатью. И просто это наше прикрытие для нашей жадности. И то, и другое, я считаю, не библейское. Мы приносим десятины как некий критерий, на который мы ориентируемся. Потому что мы любим Бога, и мы этим показываем, что все наше Ему принадлежит. Следующий вопрос.
Вот пришел такой вопрос по моей проповеди, которую я недавно произносил. Проповедь «Не просто Мария», где я брал знаменитую «Пиета» Микеланджело Буонаротти. Мы рассматривали через эту знаменитую скульптуру отношения между вечным и временным в нашей жизни. И вот такой вопрос. «Пастор Судаков, вы не забыли, что это всего лишь вымысел человека? Вы что из этого чуть ли не истину сделали? Вам что, Библии не хватает?» Знаете, вот я считаю, что это сектантский подход, когда люди говорят, вот Библия, да, и ничего больше не читать не нужно, там, не смотреть не нужно, нам дана Библия, и читай. Ну, добро пожаловать, вы сектант. Мне нравятся слова Александра Меня, который говорит, для меня все книги – это комментарии к Библии. Библия, конечно, это некий фундамент, на чем мы основываем нашу жизнь. Но Бог говорит и действует многократно и многообразно, да? Как в первой главе пишет автор послания к евреям. Бог говорит к нам, и я не верю, что Бог действовал когда-то давно, но когда Библия была написана, все, Бог говорит, перестал. Нет, неправда. Бог и через рыбаков говорил, мы видим в Новом Завете, через пророков говорил. И после написания Библии Бог продолжает говорить через разные произведения искусств, через книги, через картины, через скульптуры. Конечно же, мы не ставим это на один уровень со Священным Писанием. Священное Писание – это некий фундамент, некая база. Но благодаря этой базе мы сегодня можем слышать голос Божий через и гениальных людей, которые жили в эпоху Возрождения и во время Реформации. Мы слышим, и это все нас обогащает. И почему я использую часто и картины какие-то? Потому что это некая картинка, которая помогает для нас наглядно увидеть какую-то божественную истину. Это принцип Христа. Иисус, когда проповедовал, он притчами говорил. То есть он рисовал в своих рассказах такие картинки, там то небо, то там сеятель вышел сеять, чтобы через эти картинки преподнести нам важнейшие библейские истины, да, божественные истины. Точно так же и мы сегодня через разные картины, написанные людьми Божьими, можем слышать его голос. И вообще, честно вам скажу, что вот эта проповедь «Не просто Мария», я считаю, наверное, самая важная моя проповедь была вот в этом уходящем 2020 году. Вот мы скоро выложим еще один вариант этой проповеди. Я советую, послушайте. Я верю, Бог для каждого так много может показать через эту проповедь. Следующий вопрос от Татьяны Шевченко. «Мир вам! Вы предлагаете ориентироваться не на Библию, а на картинки, которые рисовали люди весьма далекие от Бога?» Продолжение предыдущему вопросу. Нет, я предлагаю ориентироваться на Библию, на Священное Писание, но, имея библейский взгляд, можно смотреть вокруг, а все творение, и это является творением Божьим. Постигая творение, мы постигаем Творца. Точно так же дары и таланты Бог дает людям. И через дары и таланты он много может раскрыть, в том числе после написания Библии. Библия – это критерий. Критерий, через который мы смотрим на разные произведения искусств. Но Библия не должна для нас быть неким ограничением, что кроме этого ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Это путь сектантства. Это когда ты берешь какую-то маленькую часть и все остальное отвергаешь. Бог создал огромный мир. Откройте глаза. Это очень-очень важно. Хорошо. Идем дальше. Вопрос от Артура Автух. Написал брат вопрос. «Моя сестра в молодости послушала гадалку, которая оклеветала меня. И по сей день сестра верит, что я пытаюсь ее как-то обхитрить. И любые события, неудачные для нее, связывают со словами гадалки и со мной. При этом я за нее молюсь. Бог для нее не существует. Я верю, Бог может все решить, но сейчас мне трудно терпеть эту несправедливость. Что делать?» Это главная проблема всевозможных колдунов, всевозможных гадалок. Некоторые думают, что они там запускают какие-то черные механизмы, там магия, там черные силы начинают действовать.
Да не в этом все дело. Проблемы всех этих колдунов, гадалок, экстрасенсов. Они программируют человека своими словами, и люди им верят. И вот этот принцип «повери вашей, да будет вам». Люди верят, и проблемы происходят в их жизни. Поэтому проблема вашей сестры, что она не то, что там ей гадалка нагадала, да она чушь наговорила всевозможную. Проблема, что сестра ваша поверила этой гадалке, и она начинает верить, ну и все в жизни для нее начинает как бы быть подтверждением слов гадалки. Так, к сожалению, или к счастью, устроен наш мозг. Он видит то, на что он настроен, то, что он ожидает. Вот. И поэтому вот ваша сестра, вы написали, она не верит в Бога, Бог для нее не существует. Да, она неверующая, она суеверная. И, к сожалению, многие пытаются вот под верой выдать суеверие. Это совершенно разные вещи. Суеверие – это одно, а вера – совершенно другое. И вот суеверный человек, ведь у вас с ним проблема, у вас с ней конфликт, несправедливость. Я понимаю вас, Артур. Ну, Писание говорит одно нам. Когда вас не любят, когда вас проклинают, в ответ благословляйте. Вас ненавидят, в ответ любите. Вам остается любить вашу сестру и молиться за нее, чтобы Бог освободил ее вот от этой лжи, этих слов, этой гадалки, этой ерунду, которую ей наговорили. Она приняла это за чистую монету и поверила в это. Это ее проблема. Молитесь за нее, молитесь за нее. Молитесь, чтобы Бог расширял ее мировоззрение, чтобы она развивалась, потому что вера в суеверие это очень, к сожалению, низкий уровень. Это говорит о глупости человека, низкий уровень развития человека. Чем больше человек развивается, тем меньше в его жизни всевозможным этим суеверием и прочему, и прочему. Поэтому молитесь за нее и любите ее. И любовь, Божий свет могут разогнать всякую тьму в нашей жизни. Следующий вопрос от Евгения Дмитриева. Это, строго говоря, не вполне вопрос. Я просто не перестаю удивляться тому, что такие разные, казалось бы, люди, как вы, пастор, Борис Гребенщиков, Пелевин, Татьяна Черниговская, говорят примерно одинаковые вещи. Видимо, это волна. На всякий случай прикрепляю одну из лекций Татьяны Черниговской, доктора наук. Если пастор уже слышал ее лекции, хотелось бы узнать его мнение. Спасибо. Евгений, спасибо вам за вопрос. Вообще, знаете, вот очень интересно. Есть такие вот откровения, которые принимаются только в какой-то маленькой конфессии или в маленькой деноминации. То, что там какая-то ветка в писятничестве принимает, не принимают другие писятники, а тем более баптисты. Или какие-то откровения среди баптистов там не принимаются там другими, там, методистами или теми самыми писятниками. Странные откровения, очень какие-то такие правильно деноминационные откровения. Смешно. Потому что настоящее откровение объединяет людей из разных конфессий, из разных деноминаций, когда Бог что-то говорит. И это даже можно сделать шире. Вот как человек один сказал, ученые – это тоже те, кто двигаются к Богу. Правда, очень долго. Да? Наука – путь к Богу, только очень длинный. Сегодня многие научные открытия, в том числе то, что рассказывает Татьяна Черниговская, когда она разбирает интересные факты о нашем разуме, о мозге человека, о новых экспериментах в этой сфере, да, это для меня является, во-первых, большим благословением, во-вторых, во многом подтверждает то, что было давным-давно уже сказано в Священном Писании. Я к лекциям Татьяны Черниговской очень хорошо отношусь, очень много интересного. Мы даже иногда с молодежью нашей церкви собирались, помню, это было уже несколько лет назад, и мы слушали ее лекции, разбирали, по Писанию разбирали, обсуждали. Это очень интересный человек. И, безусловно, конечно, я думаю, не все, что она говорит, стоит в дальнейшем, потому что наука развивается, новые какие-то открытия приходят, вот, и что-то в прежних взглядах корректируется. Я думаю, что точно так же и в том, что говорит Татьяна Черниговская, возможно, что-то будет скорректировано. Но есть много очень интересных моментов, которые лично для меня еще больше раскрывают те истины, о которых сказано в Священном Писании. Итак, следующий вопрос. Как вы считаете, почему Господь допускает испытания коронавирусом для всех людей, в том числе и верующих? Ведь мы под Его сенью, покровом и защитой.
Вопрос от Татьяны Марковой. Ну, вопрос хороший. Можно ответить на него вопросом как бы на вопрос. А как вы считаете, почему Господь повелевает солнцу всходить не только над верующими, над праведными, над честными людьми, но над всеми, в том числе над беззаконниками, над обманщиками, над неверующими, над лжецами? Потому что милость Божья велика. И нигде в Писании мы не видим, что Бог уберет из жизни верующего человека, из жизни ученика Иисуса Христа все сложности, все проблемы, все трудности. Нет, Бог обещает, что когда мы будем взывать к Нему, обращаться к Нему, Он будет слышать нас и Он будет помогать нам. Причем Он часто помогает совсем не так, как мы думаем, Он должен нам помочь. Это другой вопрос, да? Не буду его сейчас касаться. Но тем не менее, как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, мы можем взывать к Нему, и Он нам помогает. Бог не обещал убрать проблемы, но Он обещал, что Он будет скорым помощником в бедах. Будет нам помогать. Будет нас поддерживать. Следующий вопрос. А кто для нас нечестивые и с кем нам не сообразовываться в веке сём? Я так понимаю, что это вопрос по 12 главе послания к римлянам. Очень люблю вот эти первые три стиха, где говорится о важных истинах в жизни человека, стремящегося служить Богу. И вот здесь говорится во втором стихе: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот с кем нам не сообразовываться в веке сим, да? Нам не сообразовываться с самим веком, то есть вот с тем ходом, который сегодня... Да и не только сегодня, с момента грехопадения, с тем, что происходит в этом мире. Почему? Ну, потому что в этом мире управляет эгоизм. Ведь главный грех – это не то, что там люди воруют, убивают. Все это идет из того, что человек эгоист. И ради своего эго он готов использовать ближних, действовать в ущерб интересам ближних. Вот что такое эго. И Писание учит нас не сообразовываться с веком сим, вот с этим эгоистическим взглядом на мир. Поэтому этот красивый образ церкви как тело Христа, как мы, как разные частички единого большого организма. Страдает ли один член, пишет апостол Павел, с ним страдают все члены тела. То есть мы чувствуем, что мы взаимосвязаны, и мы не должны использовать друг друга, мы не должны стремиться действовать в ущерб друг другу, потому что мы все в одной связке, мы все в одном теле, мы все части одного большого организма. И это уже взгляд не эго, это уже божественный взгляд на все тело. И вот не сообразовываться с веком сим для меня прежде всего это изменить свой взгляд, шире смотреть на людей, на человечество, на жизнь. Да? Мы видим сегодня, как в мире все взаимосвязано, не только в сообществе людей. Да? Там что-то кто-то, какая-то летучая мышь там кто-то съел. Мы видим, за тысячи километров все меняется. Насколько все в этом мире взаимосвязано. Как важно использовать вот этот библейский принцип. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к людям. Вот отношение к другим так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. А мы часто так относимся к другим, что не дай Бог, чтобы кто-то к нам так отнесся. Мы не должны сообразовываться вот с этим доминирующим в этом мире эгоизмом. Мы должны смотреть божественным взглядом и любить ближних, как самого себя. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы личная молитва в тайной комнате была не монологом, а диалогом с Богом? Как научиться слышать Его в своих молитвах? Не скажу, что я совсем не слышу Его, но хочется каждый день иметь общение с Ним. Мне немало приходит подобных вопросов, и я даже как-то обещал, что мы запишем
цикл таких небольших передач о молитве созерцания, где я буду делиться секретами этой молитвы, особенностями этой молитвы, потому что вот суть молитвы созерцания, или, как говорят, молитвы тишины, это вот единение со всемогущим Господом. Вот это вот центр единения с нашим небесным Отцом и пребывание в этом единстве, да? Говоря словами апостола Павла, соединяющийся с Господом, суть один дух с Господом. Вот на чем базируется молитва созерцания. Вот. И дай Бог, чтобы Бог дал времени, Бог дал силы, мы наконец записали эти передачи. Я лишь сейчас одну вещь скажу. Знаете, вот когда мы часто молимся, наш разум, он редко находится в состоянии вот созерцания. А созерцание — это пребывание в настоящем. Мы в уме либо в прошлом, либо в будущем. То есть мы либо вспоминаем какие-то прошлые события, осмысляем, может быть, там, молимся, там, чтобы там кто-нибудь нас простил или еще что-то такое. Или в будущем мы думаем, что нам предстоит, молимся, чтобы было хорошо, а не плохо, чтобы было благословенно. Вот. То есть вот в нашей молитве мы либо в прошлом, либо в будущем. И получается монолог. Мы сказали о Богу о прошлом, мы поговорили и сказали Богу о будущем. Я не говорю, что не нужно этого делать, но это должно занимать минимум нашего молитвенного времени. Придите в настоящее, когда нет прошлого и нет будущего. Я в своей духовной жизни, интересно, переживаю такой момент, когда наш разум не работает на воспоминания или на планирование, то как будто весь его ресурс открыт для переживания того, что есть. Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения. И вдруг вот в этом состоянии ты начинаешь переживать связь. Может быть, конечно, я это быстро рассказал. Здесь есть свои, конечно, особенности. Я постараюсь о них поговорить, когда будем говорить о молитве созерцания. Но вот старайтесь вот пребывать вот в этом настоящем моменте. Бог, Он здесь. И сейчас. А мы все время бегаем. Прошлое, настоящее. Прошлое, будущее. Прошлое, будущее, прошлое, будущее. Аминь. Идем домой. Побудь с Богом в настоящем. Побудь с Ним вот в этом настоящем моменте. И многие вещи. Ты знаете, вот главное откровение – увидеть очевидное. В этом сложность. Это так очевидно, что мы не видим. И наш разум столько всего рисует вокруг этого. Но когда мы успокаиваемся, а для этого необходимо время, для этого необходимы некие ресурсы внутренние, успокоиться, вот, прийти в состояние покоя, в состояние гармонии. Это как вот если в воду взбаламутить, там всякие тина будет, прочее, прочее. А когда за ночь там где-то вода на озере, там никто не купается, никто не плавает, отстаивается всякая тина, все садится на дно, она становится прозрачной. Чистые сердцем Бога узрят. Необходимо время, чтобы всякая суета, эти мысли, прошлое, будущее осели. И тогда мы сможем видеть. А то мы пытаемся вот в этой мутной воде часто что-то просить: Бог, скажи, где там ты, почему монолог, почему не диалог. Вот как-то в суете все это проходит. Молитва требует посвящения. И это будет только, когда ты поймешь, Бог — это самое главное и самое важное. Готов ли ты этому посвятить свое сердце, свою жизнь? Вот с этого начинается не только монолог, но диалог с ним. Это вкратце. Будем об этом подробнее говорить на передачах по молитве созерцания. Следующий вопрос. Относительно практики молитвы созерцания. Не рассматриваете ли вы опасность духовной прелести, так как подобные практики ходят корнями, как мы знаем, в практику исихазма, но то тем, кто решался встать на этот путь, не рекомендовалось его проходить одному, потому что была опасность найти в духовном мире совсем не то, что искали. Вопрос от Татьяны Вяткиной. Спасибо за вопрос. Конечно, всегда нужно быть
бодрствовать, нужно всегда быть осторожным. Но, с другой стороны, мы, верующие, бывают уже настолько осторожничаем, настолько мы вот всего боимся, что ли, что вот не то пережить, вот в прелесть не попасть. И в итоге ничего вообще не переживать. Никуда вообще, хоть в прелесть бы попал, а то вообще никуда не попадает. Вот. Поэтому, если, конечно, говорить серьезно, то основанием молитвы созерцания является Священное Писание, Слово Божье. Мы не просто сидим там, медитируем, мы все это делаем на основании Священного Писания. Мы концентрируемся на Слове Божьем, на божественном его присутствии. Вот. Лично я, практикуя сам эту молитву, меня никто не учил, как-то я сам пришел к этому. И команда наша, служители, мы это практикуем. Ну, проблем пока не было. Вот за эти годы, это у нас уже более 5 лет, как мы практикуем молитву созерцания, таких проблем не было. Но, безусловно, я как пастор стараюсь корректировать людей, и люди из нашей церкви, из нашей общины, практикующие молитву созерцания, иногда обращаются ко мне с разными вопросами. Вот, и мы говорим об этом, опасности, которые могут подстерегать, сложности какие-то определенные. Мы это все обговариваем, но это возможно только при контакте. Для этого необходима община и общинная жизнь. И молитва как часть нашей общинной жизни, когда мы делимся друг с другом и переживаниями, и откровениями. Как написано в притчах, железо, железо острит, а человек точно так же. Да, вот мы как бы оттачиваем друг друга, как железо, железо. Мы необходимы, мы нужны друг другу. Поэтому мы практикуем это в нашей общине. Конечно, и лично тоже у нас есть молитва созерцания. Но мы делимся друг с другом и стараемся помогать друг другу в этом. У нас есть специальные служители в церкви, которые также консультируют прихожан по вопросам молитвы созерцания. Следующий вопрос. Как вы относитесь к практике йоги в жизни христианина? Можно или нельзя? Ну, вопрос, я так понимаю, актуальный. Знаете, вот мы, верующие, любим создавать себе страшилки, а потом коллективно их бояться. Вот. И вот это само слово йога, да, непонятное какое-то слово йога, что это, да. Ну и все, что непонятно, это лучше отнести к тьме, к чему-то страшному и плохому. Вот. В действительности, за понятием йога могут стоять совершенно разные вещи. Да? Чаще всего это обычная гимнастика. И тут, знаете, очень важный момент. Помимо того, что Бог нам дал дух, Он нам дал также еще и тело. И, конечно, телесное упражнение, оно не такое полезное, как духовное упражнение, потому что упражнение в благочестии имеет благословение и для настоящего времени, и для будущего. Физическое только для настоящего, для нашей земной жизни. В будущем тело наше будет в могиле. Но пока мы живем на этой земле, все-таки от нашего тела очень многое зависит. Поэтому я призываю прихожан нашей общины заниматься физически, упражняться, быть здоровыми. Призываю, да, и заниматься гимнастикой, йогой, а 90% йоги – это обычная гимнастика, обычная гимнастика. Ну, из-за того, что такие страшные буквы, ничего страшного в этом я не вижу. Если же мы говорим о каких-то духовных практиках, так, некоторые говорят, Виктор, ты не знаешь, есть духовные практики. Ну, бывают духовные практики. Ну, в этом отношении, ну что, мы христиане, мы верим в Господа. Иными духовными практиками мы не занимаемся. Но то, что вы там нарветесь на какие-то духовные практики, там больше слов каких-то странных. Вот. А в действительности, чаще всего это обычное упражнение. Не нужно этого сильно переживать, не нужно бояться, не нужно себе проблемы какие-то придумать. Гимнастикой можно заниматься. Мы у нас только стараемся делать какую-то гимнастику, да, вот. Ну, в этом ничего плохого нет, я не вижу. Следующий вопрос. А вот тут два вопроса. Я сначала один, потом второй прочитаю. Вот Тайган Рахимгалиев. Пишет. Сколько слушаю ваши проповеди, один вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, по-вашему, где же бесы? По-вашему, живем на земле только мы и Бог? Так. И вот второй вопрос от другого человека на ту же тематику. Вопрос про изгнание бесов. Часто в проповедях говорится, что на это не нужно делать упор. Но ведь Иисус делал и даже говорил, что мы должны это делать. Неужели в современном мире настолько
только меньше бесовского влияния бесноватых, чем в то время, что мы можем отбросить это. Вы знаете, у меня давно уже назрела такая тема сделать цикл служений, посвященные вообще, кто такой сатана вообще. Вот сатана, образ сатаны в Священном Писании. И там уже подробно говорить и про дьявола, и про его царство, и про бесов. Если вас интересует, молитесь об этом, чтобы Бог дал мне мудрости, дал мне смелости говорить на эту тему и поделиться, и уже подробно разобрать этот вопрос. Будем об этом говорить. Вот. Ну, по поводу «живем на земле только мы и Бог», так, мы сейчас с командой наших служителей читаем книгу пророка Исаии. Вы знаете, чем больше мы читаем, мы уже до 63 главы дошли, каждый день читаем и разбираем. Чем больше мы читаем Исаию, тем больше мы поражаемся, насколько представление Исаии отличается часто от наших представлений. Вот у Исаии только есть люди, народ Божий, и есть Бог. Все остальное, там идолы, колдуны, языческие народы, и Ассирия, Египет, это некий антураж, вторичное что-то, что целиком зависит от отношения народа и Бога. Знаете, вот такая картина мира, потому что мы, у нас часто многобожие, у нас светлый Бог, послабее черный Бог, маленькие башки там разные, там, как были у греков, там герои, полубоги, вот у нас точно так же, вот населено все куча, вот и как во всем этом разобраться? В действительности, да, есть мы и есть Бог. Все остальное мы видим в книге Иова, в других книгах Писания. Бог использует в зависимости от наших взаимоотношений с Ним. Мне очень нравятся на эту тему слова матери Терезы, которая говорит, что говорит, она говорит, там, если вы что-то сделаете для людей лучшее, они могут быть недовольны, но вы все равно продолжаете делать лучшее. В конечном счете вы поймете, что все это происходит не между вами и другими людьми, а между вами и Богом. Все в нашей жизни происходит как следствие наших отношений с Богом. Я в этом целиком убежден. Поэтому Священное Писание, Иисус Христос призывает нас: ищите Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. Вот на что нацелено мое служение, мои проповеди, чтобы верующие могли искать Царство Божьего и правды Его. Я абсолютно убежден, что все остальное там зависит только от этого. Более подробно про бесов мы поговорим, если все-таки я решусь, и я сделаю тему про сатану. Хорошо, следующий вопрос. Какое у вас отношение к татуировкам у христиан? Вопросы данные волнуют давно. Спасибо за возможность их задать. Тема татуировок постоянно муссируется среди верующих людей. Кто-то вспоминает какие-то места из Библии, но там татуировки имели ритуальное значение. Вот. Сегодня татуировки – это часть современной культуры, уже даже и не только молодежной культуры, как никогда было. Вот. В моем детстве слова «татуировки» не были. Были слова «наколки». И наколки делали либо те, кто сидели, либо те, кто служили в армии. Да? Вот. Отношение было к наколкам определенное. Сейчас это вышло из такого маргинального круга, называется татуировки и прочее, прочее. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мое отношение, мне это не нравится. Я ни себе, ни близким бы это не посоветовал. Но когда у кого-то это есть, им это нравится, кто такой я, чтобы судить их? Оснований в Писании для этого у меня нет. И те места из Ветхого Завета про эти ритуальную подоплеку, вы не можете это напрямую отнести к современной культуре тату. Ну, есть люди, им нравится, да, вот, а мне нравится. Есть много музыки, которая, ну, мне как-то неприемлема для меня, но это мой вкус, а у них другой вкус. Мы призваны все-таки в церкви проповедовать истину, а не свои вкусы, свою культуру и свои пристрастия. Мы должны говорить о ценностях, о библейских ценностях. А уже эти ценности
так или иначе воплощается в той или иной культуре. Сегодня несколько иная культура. Нам, может быть, не все в ней нравится, но и наша молодежная культура не всегда нравилась нашим родителям. И вот, наконец, мы дошли до последнего вопроса. Татьяна Вяткина задает. Иногда думаешь, как же хорошо православным с их устоявшимся вероучением. Достаточно сложно бывает, когда понимаешь, что в 2000-х годах в пятидесятнических церквах настучили одному, теперь другому. Конечно, движение и развитие – это хорошо, но когда бывают вещи в учении и противоположные тем, чему учили раньше, то это немного напрягает. Будет ли когда-нибудь устоявшееся вероучение в пятидесятничестве? И еще, не кажется ли пастору, что мы, протестанты, в плане вероучения пытаемся изобрести велосипед, когда до нас это уже сделали, например, те же православные? Но во всех вопросах, конечно, не во всех вопросах, конечно, но все же. Может быть, есть смысл знакомиться с трудами отцов церкви или же лучше набивать шишки, но свои? Такой большой очень вопрос. Дорогие, знаете, вот такое чувство, что там вот в православии есть какое-то свое единое учение, да? Там есть совершенно разные служители, есть служители такие, как там епископ Тихон Шевкунов, есть, был точнее, священник Александр Мень. И я думаю, вы наверняка сталкивались, что на разные вопросы у разных священнослужителей православной церкви есть порой диаметрально противоположные взгляды и мнения. Вот. Но тем не менее, вот эта база общая. И что интересно, эта база не только у православных общая, основная база, но и у нас также. Мы верим в Троицу, мы верим в Богодухновенное Священное Писание, мы верим в то, что Иисус – Бог и человек. Да? У нас это общее. Основные доктрины у нас общие. Мы придерживаемся афанасийского исповедания веры, Никея Цареградского исповедания веры. То есть у нас общее, да? А вот уже как эти доктрины воплощаются в нашей жизни, тут есть разные мнения, как среди протестантских священнослужителей, так среди православных, в том числе священнослужителей. Все дело в том, что тут важно не изобретать велосипед. И вообще важно помнить слова апостола Павла, что буква убивает, дух животворит. Не бывает такого, тут вот такое учение, тут так поступай, тут так поступай. Есть некая база, доктринальная база, которая, в принципе, не меняется. Не думаю, что у вас то учили о Троице, потом вас перестали учить о Троице. Нет же. Какие-то есть моменты, какие-то взгляды на какие-то детали разных учений. И тут все дело в том, что вот база одна, самое важное в жизни – искать Бога, искать Божьего присутствия, искать единение с Господом, искать руку Божью в своей жизни. А это всегда процесс, это всегда развитие. Как-то я слышал одно высказывание, что если, говорит, вы себя встретили бы 20-летней давности, и тот 20-летний не назвал бы вас настоящего еретиком, значит, вы не развиваетесь. Вот важно развиваться. Что-то в нашей жизни мы отметаем, да, что-то к чему-то приходим, и это нормально. Есть только Бог один, кто не развивается, а при этом счастливый. Да? Он неизменный на основании Священного Писания. Мы же меняемся, мы развиваемся. И в этом есть определенная радость, определенная благодать. Самое главное, чтобы мы не были лукавыми в наших взглядах, были искренними. С искренними, Библия говорит, Бог поступает искренне. Ну что, вот у наши вопросы закончились, и я хочу в конце просто помолиться за всех вас в это непростое время, особенно за тех, кто нуждается в физическом исцелении. Будем верить, что Бог коснется, и никогда не забывайте, Бог не допускает испытания сверх сил. Всемогущий Господь, я молю за каждого моего брата, за каждую сестру, кто смотрит это собрание. Касайся их, Дух Святой. Я молю, мой Бог, особенно коснись тех, кто нуждается в физическом исцелении, тех, кто болен коронавирусом. Я молю за наших знакомых, за наших друзей, за наших родных, за наших близких. Коснись исцеляющей силы Твоей, Господь. Наполни здоровьем, благодатью и благословением. И да будет Тебе вся слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, всем огромных благословений.
Дорогие друзья, постарался ответить на поступившие вопросы. Продолжайте писать в комментариях ваши вопросы. Вы можете под проповедями писать. Наша команда собирает, и потом мы их все вместе проводим собрания, и я буду еще отвечать на вопросы. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, если вам нравятся наши собрания, наши проповеди. Поддерживайте. Таким образом, здесь дело не в количестве лайков, а в том, что благодаря этому эти проповеди, эти видео могут услышать как можно больше количества людей. Когда мы подписываемся, когда мы ставим лайки, когда мы пишем комментарии, таким образом мы способствуем распространению Божьего Слова. Если вы верите, что это Слово Божье, проповедуется Евангелие, поддерживайте это практически. И пусть Господь благословит вас во имя Его Святое. Дорогие друзья, пожертвование можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса «Робокасса» ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис «Сбербанк онлайн». В разделе «Оплата услуг» набрать «Церковь Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа, пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба – точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвований, вы можете задать их по телефону 8 912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации.